Привет, друзья! Сегодня хочу готовить сате из баклажан и помидор. Поэтому не буду не добавлять ни лук, ни ничего. А, мне еще понадобится, вот смотрите, вот 3 баклажанчика, 3 помидорчика, еще я забыла сюда выложить чесночок и растительное масло. Еще и один чесночок. Что мы теперь делаем? В первую очередь баклажаны надо очистить. Баклажаны я порезала кусочками, брусочками, кругляшками, слегка присолила. Буквально сейчас они постоят 5 минут и будем обжаривать на сковороде в растительном масле. В сковороду налила масло, немножко его прокалила и ложу помидор, баклажанчики, обжариваю. Немножечко, как говорится, надсечь вот так, чтобы они хорошо чистились. Можно крест-накрест. Помидорки теперь заливаем кипятком. И оставляем на 2-3 минуты, пусть постоят. Ну, достаем теперь из воды, и теперь шкурочка у нас хорошо очищается. Друзья, пережарила я все баклажанчики. Видите, немножко добавила золотистую такую корочку. Масло сюда я не добавляю, так как баклажаны берут много масла, поэтому они свое масло отдадут. Теперь можно добавить немножечко специй. Вот смотрите, у меня это кинза молотая. Так, вот засыпали кинзу или кориандр. И вот здесь у меня пол чайной ложечки красного перца, пол ложечки чайной черного. Тоже немножко пересыпаю, но даже не все. Сейчас сверху еще буду помидор. Так. Немножко оставлю. Теперь смотрите, у меня чесночок. Вот я его порезала крупненько. Его я пересыпаю. Вот так. Так. И вот теперь помидоры. Помидоры я порезала полукольцами, очищенные от кожуры. Теперь я это все сюда высыпаю. Поправляю. Так, раскладываю. Добавляю приблизительно 50 грамм воды. 50, представляете, это очень мало. Это одна рюмочка воды. Ну вот, смотрите, одна рюмочка воды. Все вот это добавляю. Там у нас есть масло. И ставлю на слабый огонь. Ну, под конец я еще вот тут досыпаю специи. И можно насыпать щепотку соли. Все, закрываем крышкой и ставим тушиться приблизительно минут на 20, не меньше, но на слабом огне, под крышкой. Вот, друзья, смотрите, баклажаны перетушились, все, готовы, тушились 20 минут. Можно было водички даже не добавлять, ну, что есть, то есть. Ребят, посмотрите, какое получилось такое нежное сате. Баклажаны растушились, перчик дал свою остроту. Нежное и вкусное блюдо. Ну, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.